Ну что, продолжаем, короче, у нас появились задания, вот эти вот звездочки, где они есть, сейчас поищем. Вот где-то вот эти вот звездочки. Давай вот это сразу делать. Что за задание, как раз и узнаем. Вертолетик берем. А я войти, да. Описание есть. До Лядхами. Паракан говорит, что не доставил груз Лядхами прошлой ночью. Ты чё, совсем спятил? Тупица. Я слышал про него такое, что ты и знать не захочешь. Читал я это. Аджай, какая ж... Аджай, хороший ты человек. У меня новости. Только для тебя. Пейган отправил в Высокогорье тайную экспедицию. А, я знала, что слово «тайное» тебя зацепит. Они разыскивают древний рецепт, целебное средство из орхидей. Не дай им найти его. Я покажу тебе путь. Постарайся, ладно? Хорошо. Привет. Сделано. Да, подожди. Так, что, продолжаем? Привет, Джай! Братья Гималаи, бля. Давай. Типы, бля, пролай гири. И что? А где остальные солдаты? Типа я патронтаж улучшил, да? А чё патрон не берёт? Подожди, а тут есть барсы? Да, глянь. Отлично. Пока есть возможность, надо барсов зашарить. Давай еще смотри. Отлично. Еще есть барсы? Кончились. Еще два барса надо.
я живой остался. Барс есть? Не, волк. Пойдем дальше. Нихуя не видно, блядь. О. Да ебать, за солдат ты ему нахуй. Есть барс? Блин, медведями не надо. А с барсами туго, блядь. Ой, ладно. Я, иди сюда. Барс. Иди сюда. Другое дело. Во. Теперь можно дальше идти. Красавчик. Прощайте, товарищ. Ебать, я допрыгну. О, молодец. Брать кислород, половина осталась. Давай, давай, с разгона, братишка. Хорош. О, кислородный баллон нашел, заебись. Ёпты, пока доберешься до туда, охуеть можно. Yeah.
эти звуки вот эти громкие вдохов, блядь, пугают. Сложное задание, я бы сказал. Успел первым? Да, вижу по улыбке. Молодец, Аджай. Центр пропаганды вещает, что армия короля захватила несколько повстанцев. До той поры им конец. Храни. Некоторое задание выполнено. Так, новая звезда у нас есть еще одна. Давай, птенцом, заебал. Что у тебя? У тебя писанина какая-то есть. Одинокая планета Кира, часть 4. Шаманизм и Тхами. В наше время шаманизм в Кирате большая редкость, однако он все еще практикуется в некоторых уголках страны, в местах, именуемых ашрамами. Знахари, которые называют Тхами, выступают в качестве посредников между миром духов и материальным миром. О болезнях принято винить разнообразных духов. В ходе ритуала часто приносят в жертву петуха или черного козла, в зависимости от недуга. Что Аджай. У тебя? Аджай, у меня друг в гвардии. Он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Прабатхана. Кроваво-красный рубин, око просветления. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предков. Вот, я покажу дорогу. Опять туда что? Бля... Главное, чтобы рыба не укусила, чем она за жопу была. Повезло. Ха. Так, а что, мне нужны еще какие-то изготовления? Надо 3-3-3. Не, все, по редким осталось шкуркам только. Ну, это радует. Теперь не надо беспокоиться о шкурах. Остались задания шифона только. А, у меня еще ПП есть, надо ПП юзать, я понял. Гималаи. Кровавый рубин. Пойдем. Шахта Кио номер 4. Даже очнуться не успели. Ха. А чё есть шинковалка? Вызвали. Да,
Даже встать не успел, ёбнули. Ладно. Шапи, все вырегует. Что это, запись какая-то? Запись в журнале службы безопасности шахты. Прибыли новые рабы, завтра их отправят на работу, а еще прибыли две машины с грузом. На ночь грузовики останутся здесь, а завтра после разгрузки их отправят обратно. Говорят, король Мин собирается лично приехать на рудник, чтобы забрать кровавый рубин, который мы нашли на прошлой неделе. Давай, сделай. О! Тихо. Конечно. Патронов будем найти. Половина вышек бесполезна, ты прав. А, это, я думаю, патроны, сигарет. А где ящик? Тут сверху где-то? А тут есть что? А, тут точно пройти можно. Всякое, может, тут что-то есть. Ой, что это я взял? Не, она мне не нужна. На всякий случай откроем, чтобы открыто было. А, подожди, это сундук где-то. А, хуй. Жесткие. Мы сможем! Блять, на тяжелом уровне дамажит очень жестко. Бля, где патроны-то, ёпта мать? Как покинулось я здесь? Ой, ёбу дали. Я
Допустим. Граната! А, я все за ящиком. Патронов нет, нихуя нет у них тут, блядь. Блядь, бомжи ебаные, блядь. Как тут? А, вот. Ай, больно, блядь. Убивать таких, как ты, моя работа. А мне такие, как ты, работают. Хуя грозные, пацаны. Убивать, как ты, моя работа. Че у них нихуя вообще тут нету, ебать, все пусто. Ну сейчас вот не в тот дом зайду, там тоже пусто будет. Ну, руки 2900 и все. Бля, че его открывать не успе? Опа. Едут, не? Вроде не офигово. Был Пейган основной. Ага, едут. Пулеметными патронами беда, бля. Остановить машину! Бой! Я вас не знаю. Где-то тут обойти можно было, видимо. Хуй, да? Реально. Что ты стоишь за РПГ? Пошла, на пешком добегу. Патрон же кончается, блядь. Жестко нахуй. Все. Спасибо, Джай. Ты спас кусочек нашей истории.
Кирата опять в долгу у тебя. Кровавый рубин, задание выполнено. Так, теперь задание золотого пути, да? Блять, далеко. Сюда. Ой-ой-ой. А, патрон надо купить. Патроны кончились. Стойте! Сука, машину дайте, блядь. Падла, блядь, уёбки. А, у меня калаш ещё был, я и про калаш не вспомнил, ёбка, когда там был. Нахуй, сейчас с тарзанчиком ебанусь, смотри. Тарзанчиком горячу, нахуй. Ебать, ворон. Дайте машину где-то, ёпта, ну где-то должна ж машина быть. Сука, пидоры проклятые, бля. Пешком бежать вообще не, ну, неохота. Чё те гаврики? Съебали от меня. Что за гадкая музыка, ебать? Напрямки, нахуй. Все задымилось. Амита, что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слыша за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай, помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Конечно, я уничтожу груз, но... Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Героин — это смерть. Сам знаешь. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. Делов-то. Правильно, делов-то, ёс. Никогда не думал, что вы... Вот,
Используй эти заряды внутри. Полетели. Костюм крыло, домик нарисован. На какую кнопку ты его используешь? Ты рехнулся? Да. Аджай, Сабал сказал, что ты придешь. Мы принесли взрывчатку. Бери сколько надо и иди наверх к Хавильдару. Окей, мэн. Это чё? Ты, Хавильдар? Хавильдар, сержант, как угодно. Для меня это честь, сын Махан. Видишь ту трубу? Оборви тросы и обруши ее. Труба пробьет дыру, и ты сможешь попасть на завод. Но как? В этом вся загвоздка. Я бы приберег взрывчатку для самой трубы, а лебедки тросов поломал с помощью слонов. Успехов! Обнаружен враг! Враг! Кирпичный завод врачане. О, нет! Тихо, не то. Минус трос. О, блядь, промахнулся. Серьезно, гранат нет, они есть. Не, на слоне долго, я сейчас пешком разъебусь. Так, еще один трос. Что за писанина? Памятка, ремонт дымохода. После того, как на прошлой неделе по вине этого идиота Навара сбежали слоны, мы натянули опорные тросы. Сгодится, пока не починим дымоход как следует. Держите слонов на клетке, и пожелаем Навару удачи в его предстоящем дебюте на арене за производством Кандал. Теперь можно обрушить трубу. Давай обрушим. Вперед! Вперед!
Где, где, где? Ты куда? Покончим с этим. Покончим. Химии задание выполнено. Сабал, с фабрикой покончено. Это прекрасно. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Киры для ее народа. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал нам верный путь, сын Махана. Сын Махана, блядь. Ладно, чуваки, на этом все, заканчиваем. Спасибо, всем пока.